значит, он хочет себя от кого-то отгородить. И либо от сверстников, которые над ним подшучивают, либо даже от родителей, которые не всегда в какой-то ситуации правы. Если же ребенок выбирает маленькое какое-то домашнее животное, он хочет проявить заботу, ласку отдать ему. Он хочет, чтобы он оставался в семье лидером, несмотря на то, что появится животное, которое станет членом семьи. Лучшим возрастом ребенка для появления в доме питомца считается 3 года. Дети очень любят, когда они получают отдачу. Не всегда родители могут уделить время для того, чтобы поиграть с ребенком. И тут появляется в семье такой вот друг, который может помочь ребенку в этом. Иногда не хватает каких-то тактильных игр, и это тоже способствует развитию ребенка. Любые животные в доме – это не только заботы и хлопоты, но и неизмеримая радость общения с живым существом. Если в семье появляется животное, сразу ребенок становится добрее, он проявляет заботу, он отдает свою любовь, он учится положительным качествам через это животное. Давая свою ласку и любовь животному, ребенок уже с ранних лет учится понимать и уважать окружающих его людей. Собака в семье – это очень